Я просыпаюсь от резкого света в комнате. Голый какой-то свет. Холодный, скучный. Да, сегодня великий пост. Розовые занавески с охотниками и утками уже сняли, когда я спал. И оттого так голо и скучно в комнате. Сегодня у нас чистый понедельник. И все у нас в доме чистят. Серенькая погода, оттепель капает за окном, как плачет. Старый плотник Горкин сказал вчера, что масленица уйдет, заплачет. Вот и заплакала. Как? Вот она. Я смотрю на растерзанные бумажные цветочки, на золоченый пряник масленицы, игрушки, принесенные вчера из бани. Нет ни медведиков, ни горок. Пропала радость. И радостная, что?
крошится в сердце. Новое все теперь, другое. Теперь уж душа начнется, Горкин вчера рассказывал. Душу готовить надо, гореть, поститься, к светлому дню готовиться. Незабвенный, священный запах. Это пахнет Великий пост. И Горкин совсем особенный, тоже священный будто. Он еще на свету сходил в баню, попарился, надел все чистое, чистый сегодня понедельник. Только казакинчик старый, сегодня все самое затрапезное наденут, так по закону надо. И грех смеяться. И надо намаслить голову, как Горкин. Он теперь ест без масла, а голову надо по закону для молитвы. Сиянье от него идет. От седенькой бородки, совсем серебряной, от расчесанной головы. Я знаю, что он святой. Такие угодники бывают. А лицо розовое, как у херувима, от чистоты. В комнатах тихо и пустынно пахнет священным запахом. В передней перед красноватой иконой распятия, очень старой от покойной прабабушки, которая ходила по старой вере, зажгли постную голову стекла лампадку, и теперь она будет негасимо гореть до Пасхи, когда зажигает отец. По субботам он сам зажигает все лампадки, всегда напевает приятно, грустно. И кресту твоему поклоняемся, Владыко. Я напеваю за ним чудесное. И святое воскресение Твое славим. Радостное до слез бьется в моей душе и светит от этих слов. И видится мне за вереницей дней поста святое воскресение в светах. Радостная молитвочка. Она ласковым светом светит в эти грустные дни поста. Субтитры создавал DimaTorzok.
храме как-то особенно пустынно, тихо. Свечи с парикатил убрали, сняли с икон венки и ленты. К Пасхе все будет новое. Убрали и сукно с приступков, и коврики с амвона, канун и аналои одеты в черное, и ризы на престоле великопостные черные с серебром, и на великом распятии до Адамовой головы серебряная лента с черным. Темно по углам и в сводах редкие свечки теплятся. Старый дьячок читает пустынно, глухо, как в полусне, и все преклонили головы, и все вздыхают. Слышится вздох и шепот: «О, Господи! О, Господи!» Все в самом затрапезном темном. Даже барышня не хихикает, и мальчишки стоят у амвона смирно. Их не гоняют погоделки. Зачем уж теперь гонять, когда последние дни подходят? Thank you.
крестопоклонная. Наступают строгие дни, преддверие страстям. Нонче животворящий крест вынесут. Христос на страдания выходит. И в дому, чтобы благолепие и чистота. Болтаться теперь грешно, и меня сажают читать Евангелие. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду. Я не могу понять. Авраам же мужского рода. В каморке у Горкина теплится негасимая лампадка чистого стекла, постная. И как и у нас в передней перед бабушкиной иконой распятия. Лампадку эту Горкин затеплил в прощенное воскресенье на чистый понедельник, и она будет гореть до послеобедни, в Великую Субботу. А потом он ее сменит на розовенькую, веселую, для светлого дня Христово воскресенье. Это постная теплится перед медным крестом старинным, на котором и меди уже не видно, а зелень только. Этот крест подарили ему наши плотники. Нашли этот крест глубоко в земле, на гробовой колоде, на человеческих костях. Мне страшно смотреть на крест. Горкин знает, что я боюсь и сердится. Грешно бояться креста Господня. Его бесы одни страшатся. А ты, милок, ангельская душка. Ну что, что супокойничка на гробу лежал, все будем под крестиком лежать, под Господним кровом, а ты боишься. Oh.
понедельника на крестопоклонный ходим с Горкиным к утренне. Раным рано. Вставать не хочется. А вспомни, что все говеют. Делается легко, горошком скочишь. Лавки еще не отпирали, улица светлая, пустая, ледок на лужах. И пахнет совсем весной. Отец выдал мне на говенье рублик серебца. Я покупаю у Горкина свечки. Будто чужой, серьезный. И ставлю сам главным образам и распятию. Когда он ходит по церкви с блюдом, я кладу ему 3 копейки, и он не кланяется, как всем, не улыбнется даже, будто мы разные. Говеть нетрудно. Когда вычитывает дьячок длинные молитвы, Горкин манит присесть на табуретку. И я подремлю немножко, или думаю, воздыхаю о грехах. Ходим еще к вечерне, а в среду и пяток часам еще к обедне, который называется «Преосвященная». Батюшка выходит из царских врат с кадилом и со свечой. Все припадают к полу и не глядят страшаться. А он говорит в таинственной тишине: «Свет Христов просвещает всех». И сразу делается легко и светло. Смотрится в окна солнце. Говеет много народу и все знакомые. Квартальный говеет даже. И наш пожарный от якиманской части в тяжелой куртке с железными пуговицами, и от него будто дымом пахнет. 2 знакомых извозчика еще говеют, и колониальщик Зайцев, у которого я всегда покупаю пастилу. Он все становится на колени и воздыхает, сокрушается о грехах. Сколько муж обвешивал народу? Муж ты меня обвешивал, и гнилые орешки отпускал. И пожарный тоже сокрушается, все преклоняет голову. А какие у него грехи? Сколько людей спасает, а все-таки боится. Когда батюшка говорит грустно-грустно: «Господи и владыка живота моего», все рухаемся на колени и потом в тишине сокрушении воздыхаем 12 раз. «Боже, очисти мя грешного». После службы подаем на паперти нищим грошики, а то и копейки. Пусть помолятся за нас, грешных. Oh.
Я все грехи забыл. Он ведет за руку и шепчет: иди, иди, голубок, покайся. А я ничего не вижу, глаза застла. Он вытирает мне глаза пальцем, и я вижу за ширмой аналой и отца Виктора. Он манит меня и шепчет: ну, милый, откройся перед крестом и Евангелием. Как перед Господом, в чем согрешил, не убойся, не утаи. Я плачу, я не знаю, что говорить. Он наклоняется и шепчет: ну, 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 папашек, мамашек, не слушался? Я только про лапку помню. Ага, ну, ну что еще, что еще? Ну, не слушался, не слушался. Не, надо слушаться. А про какую лапку? Я едва вышептываю сквозь слезы: гусиная лапка, гусиную лапку. Позавидовал.
Он начинает допрашивать, что за лапка. Ласково так он спрашивает. И я ему открываю все. Он гладит по головке и вздыхает. Так ты умник, умник. Не утаил. Вот-вот. И душит легче. Ну, а еще что? Мне легко, я говорю про все. И про лопату, и про яичко. И даже как осуждал отца протодиакона. Батюшка читает наставление, что завидовать и осуждать большой грех, особенно старших. Ишь ты, какой заметливый, и хвалит за рачение о душе. Но я не понимаю, что такое рачение. Накрывает меня епитрахилью и крестит голову, и я радостно слышу. Прощаю и разрешаю. Выхожу из-за ширмочки, все на меня глядят. Очень я долго был, может быть, думает, какой я великий грешник. А на душе так легко-легко. После причастия все меня поздравляют и целуют, как именинника. Горкин подносит на оловянной тарелочке за здравную просвирку. На мне новый костюмчик матросский с золотыми якорьками и очень всем нравится. У ворот встречает Трифоныч и подносит жестяную коробочку ландринчиком он пасе. Тело во здравие, душе во спасение, с причастимся. Матушка дарит басни Крылова с картинками. Отец – настоящий пистолет с коробочкой розовых пистонов и водяного соловья. Если дуть в трубочку в воде, он пощелкивает и журчит, как настоящий живой. Душит всего любимыми духами флюндранж. Все очень ласковы, а старшая сестричка Сонечка говорит, нюхая мою голову, от тебя так святостью и пахнет, ты теперь святой, с молока снятой. И правда, на душе у меня легко и свято. Thank you.
таинственные слова, священные. Что-то в них. Бог будто. Нравится мне, и я как одела перед тобою. И не пщевать вины в грехах. Это я выучила в молитвах. И еще жертва вечерняя. Будто мы ужинаем в церкви, и с нами Бог. И еще радостные слова. Чаю воскресение мертвых. Недавно я думала, что это там дают мертвым по воскресеньям чаю и с булочками. Ну, как нам. Вот глупый. И еще нравится новое слово. Целомудрие. Будто звон слышится. Нет, другие это слова, не наши. Божьи это слова. И кругом уже все такое. Серое небо скучное. Оно стало как будто ниже, и все притихло. И дома стали ниже, и притихли, и люди загрустили, идут, наклонивши голову, все в грехах. Даже веселый снег, вчера еще так хрустевший, вдруг почернел и мякнет, и стал, как толченые орехи, халва халвой. Совсем его развезло на площади, будто и снег стал грешный. По-другому каркают вороны, словно их что-то душит. Грехи душат. Необыкновенные эти дни страстные, Христовы дни. Мне теперь ничего не страшно. Прохожу темными синями и ничего, потому что везде Христос. Thank you.
и улыбаясь, она и ко мне лопатками на жестяном подносе. А когда поставят под лопатник благоговейный крестец, так хорошо на нее смотреть, как она это делает. Такая она спокойная, такая она вся чистая, пригожая, будто вся светлая и пахнет речной водой, березкой, свежей. Такой блистающий на ней, будто новенькое всегда платье, чуть подкрахмаленное, что огоньки лопаток сияют на нем живыми язычками, синими, голубыми, алыми. Она вздыхает и начинает тихо напевать кресту твоему. Таким ласковым, таким затаенным чистым голоском, будто это ангелы поют на небесе. Она входит с лопаткой в спальню, движется неслышно, совсем неслышно, к киоту в правом углу, где главные наши образа благословения. Троица, воскресение Христово, Спаситель, Казанская, Иоанн Креститель, Иоанн Богослов и Животворящий крест в праздник. Она приносит пунцовую лопатку, кричит, напевая, напевая, дышит, и святое воскресенье твое. Отец слушает, он будто дремлет, Бог лежит в подушках, а глаза его смотрят к образам, словно он молча молится, не шевеля губами. Он слышит, слышит. И говорит слабым голосом, слабый у тебя голосок, Аннушка. Ну пой, 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 пой. У Анны Ивановны открываются полные пунцовые, как лампадка, губы, а большие глаза молитвенно смотрят на иконы. Oh,
начинает казаться, что теперь прежняя жизнь кончается, и надо готовиться к той жизни, которая будет. Где? Где-то на небесах. Надо очистить душу от всех грехов, и потому все кругом другое. Что-то особенное около нас, невидимое и страшное. Горкин мне рассказал, что теперь такое, как душа расстается с телом. Они стерегут, чтобы ухватить душу, а душа трепещет и плачет. Увы, увы мне, окаянная я, так и в Эфимонах теперь читается. Потому они чуют, что им конец приходит. Христос воскреснет, потому и пост даден, чтобы к церкви держаться больше, светлого дня дождаться и не помышляй, понимаешь? Про земное не помышляй, и звонить все станут. Помни, помни. Thank you.
И вот сияют кресты на крыльях у карнизов. На белой церкви светится мягко, как молочко матово, белые кубастики. Розовые кресты между ними, зеленые и голубые звезды. Сияет ХВ. На пасочной палатке тоже пунцовый крестик. Вспыхивают бенгальские огни, бросают на стены тени кресты, хоругви, шапку архиерея, его трикини. Все накрыло великим гулом, чудесным звоном из серебра и меди. Христос воскресе из мертвых! Ну, Христос воскресе! Нагибается радостный милый Горкин. Трижды целует меня и ведет к нашим в церковь. Священно пахнет горячим воском и можжевельником. Смертью смерть поправ. Звон в рассвете неумолкаемый. В солнце и звоне утра. Пасха красная.